Бывало ли у вас такое, что мысли вы гоняете по кругу, и ситуация никак не может решиться без поддержки и совета друга? Я не даю совет, как поступать. Я лишь читаю стих, а вам решать его, как понимать. На гребне ты волны, так было не всегда. Сейчас уверен ты, а завтра что? Пусть будет да. На гребне ты волны, так было не всегда. Сейчас уверен ты, а завтра что? Пусть будет да.